Мы на месте. Мы приветствуем Дайгу, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дайги, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дайги, находит все. Нинси, кто это? Накидка на голове. Его? Нет, гуманоид. Где накидка сейчас? На голове. Еще кто-нибудь есть? Никого нет больше, но у инсектоида, у него такой шар большой, как светящийся в животе. А что это ты установил, инсектоид? Инкубатор. Сколько ты находишься в этом биополе? 23 дня. Как ты зашел в ее биополе? С едой. То есть ты в еде находился? Или как это себе представить? Или во время еды, когда она принимала пищу? Пища какой-то чип он показывает, который он установил и так попал в нее. Чип? И где этот чип сейчас находится? Разросся в инкубатор. Вот как. То есть ты подкинул, даже не зная, куда он попадет? Или ты специально себе подобрал такие энергии? Ты не договариваешь, мне кажется, инсектоид. Нет, он выбрал ее. Она хороший носитель. Он показывает, как она руками держит живот. Руки тоже светятся от него. Он как сфера, круг, шар. Понятно. Ты никакой защиты не заметил, когда ты входил в ее биополе? Ты не видел ни меркабы, ты не видел ни высоких вибраций? Видел. Ну, почему тебе это не помешало войти? Защита видел, намерения не видел. Нет намерения. Хорошо, мне это уже о чем-то говорит. Так, начинаем с реверса энергии. С вопросами я продолжу в процессе чистки. Так, Вера, у него на голове находится еще гуманоида... Накидка. Накидка. Хорошо. Сканер, просканируй пространство над головой Дайги. Отключи эту накидку. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, связанные с этой накидкой, подсвечиваются в ее биополе. Видишь, четко и ясно, отключай все, выводи из биополя. Как это выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду тонкой копии Дайги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную, низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, выстраивая также канал к этой накидке гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дайге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Гуманоид, откуда ты? Сириус. Хорошо. Цель твоего пребывания в этом биополе. Зачем ты набросил накидку? Это колпак. И... Что? Отключение к энергии. Сколько ты находишься в этом биополе? 15 дней. Сканер, дай мне полноту души, Дайги, на настоящий момент. 100%. И что собирался с этим колпаком собирать? Энергетические разряды. А зачем? С какой целью? Что это дает? Накопление энергии. То есть ты собирался ее бить током для того, чтобы она от этих болей отдавала тебе энергии в этот колпак? Нет. Я правильно? У колпака есть определенные наросты, чипы небольшие, которые подключены к ее энергетическим центрам, большим и маленьким. Энергия создает небольшие молнии, разряды, которые я накапливаю в этот колпак. Когда энергии накоплены, я заменяю колпак на новый. А с этими что ты делаешь? Накопление энергии. Перевожу, использую. Среди этих энергий присутствуют частички души? В данный момент нет. А когда бы наполнено было? Моей целью не было похищение биоматериала, накопление энергии. Почему ты так легко вошел в ее биополе 15 дней назад? Ты не увидел там намерения, ты не увидел защиты, ты не увидел высоких вибраций. Что тебе осложнило, вернее, открыло путь в ее биополе? Я объясню. Я увидел чистой энергии, установленную защиту, но непонимание своих действий. Внутренней силы не увидел, поэтому спустил накидку. Накидка легко прошла через установленную защиту. Установилась как колпак. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом? Кончено. Установили фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Дайга забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли она возвращает себе назад. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно.
забираем из этого колпака частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте дайги находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. Крепление отключается полностью. Возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Приступай. Готово. Гуманоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте, что я еще не вытащил? Нет. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию дайги с инсектоидом и гуманоидом, а также его накидкой и колпаком. До 100% пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Готово. Включая дайги внутренний белый свет, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. Также остаточные энергии от интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел, энергии выходят и формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к дайге, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готов. Проверку прошли. Инсектоид, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Ему все понятно. Он хочет уйти с этим шаром своим. Мало ли что он хочет. Надо было не приходить. Тогда бы не пришлось бы уходить. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса 15 дней сидел. Накидка, колпак на голове. Говорит, собирался энергии воровать, а частичка к души вроде не говорил. Ну, вот такая ситуация. Заберем на проверку. Колпак тоже заберем. Благодарю тебя. Готово. Посмотри, сколько энергии нужно дайге и какая частота вибрации будет ей комфортно. 370 и 25. Значит, три макушку головы дайги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 370% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. И на счет 3 активирую в ее биополе Меркабу. 1, 2, 3. Меркаба активирована. Готово. Ей информация идет, что манифест, который она читает, его не надо молить, не надо читать его как прошение. Манифест надо читать смело. Выявляя свою волю, показывая волю свою, заявляя о себе. Это и есть ее защита. Благодарю за эту информацию. Хорошо. Дайга, как вы себя чувствуете? С энергиями всегда приятно. Вы, к сожалению, не заправлялись энергиями. Это тот фактор, который открывает дорогу любой сущности, двери вернее. Прислушайтесь к нашему совету. Мы не зря вам давали рекомендации по поводу сброса негатива и по заправке энергиями и подъема вибраций. Ваши цифры мы называли точно так, как и в этом сеансе. Точно так мы выдавливали этот шар из вас. Это то, что вам нужно каждый вечер делать. Цифры энергии и количество вибраций вам знакомы. Вы должны это визуализировать, заправлять себя энергиями. Но чтение манифеста, даже самое уверенное, не даст вам такой защиты, как та защита, которую вы сможете своими словами и своей визуализацией получить. Прислушайтесь еще раз, иначе такие визитеры будут рано или поздно постоянно подниматься. И, безусловно, надо верить в то, что вы делаете. Хорошо, будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию дайги в ее систему биоробот душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.